Ежегодная кампания прикрепления к поликлиникам, прошедшая в стране с 15 сентября по 15 ноября, завершилась. Исполняющий обязанности руководителя управления здравоохранения города Шымкент Покачан Пазилов провел брифинг об эпидемиологической ситуации в городе и результатах регистрационной кампании в поликлинике. По словам Бахаджана Жаласбековича, за этот период правом свободного выбора медицинской организации в городе воспользовались более 19 тысяч человек. 14 – государственные поликлиники, остальные – частные. Также руководитель ведомства отметил, что эпидемиологическая ситуация в городе стабильная. За прошедшие сутки зарегистрировано 4 случая заражения COVID-19. Случаев заражения COVID-19 среди школьников в городе нет. 2 ноября Казмедприбор начал производство аппаратов искусственной вентиляции легких. В сутки можно производить 20-25 аппаратов. На сегодняшний день выпущено 88 аппаратов ИВЛ. Следует отметить, что цены на отечественную продукцию доступны. Сервис предоставляется круглосуточно. Кроме того, Бахаджан Пазилов сообщил, что количество случаев отравления угарным газом в городе не снижается. Он посоветовал жителям обратить внимание на меры безопасности и проверить систему отопления специалистами. В целом, с 1 октября в городе в день регистрируются по 2 случая отравления угарным газом.